Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Сегодня я прочитаю для вас мое, не мое стихотворение, а стихотворение Осипа Мандельштама, которое называется «Раковина». Быть может, я тебе не нужен, ночь из пустыни мировой, как раковина без жемчужин, я выброшен на берег твой. Ты равнодушно волны пенишь, несгородчиво поешь, но ты полюбишь, ты оценишь ненужные раковины ложь. Ты на песок с ней рядом ляжешь, оденешь ризою своей, ты неразрывно с ней свяжешь огромный колокол зыбень и тесной раковины стены, как нежилого сердца дом наполнишь шепотами пены, туманом, ветром и дождем. Осип Мандельштам, «Раковина». А сейчас, мои дорогие зрители и читатели, я иду купаться зимой. Очень хорошо, когда волна вышибает из тебя душу, а потом возвращает душу обратно. И после этого можно сделать упражнение «Фалун-Дафа». «Фа» — это закон, «Лунь» — это колесо, колесо законов всей Вселенной. Оно дает мне силы жить, творить и любить. Пока!
небесных быстротечность, пробудет смерти над землей, когда законоправедная сила вернет меня владением родным. Не будет мне пристанищем могила, но счастье быть спасителем твоим. И даже если будешь уничтожен, и вместо крика будет тишина, то туда, где был мой мир разложен, создать тебя, о вечная весна. Пусть у каждого будет свой мир, который он создаст и который будет существовать вечно. Спасибо за внимание, мои дорогие зрители и читатели.